Субтитры
Всех наебал, видал? Yeah.
А нахуй тогда я ебать? По-любому это все-таки погодные условия дают определенные. Покрытие влажное, из-за этого автомобиль сметает его. Thank you.
Давай,
Или попугай какой-нибудь посадил. Зачем так сразу? За все остальные дисциплины сейчас будет проходить просто конкурс на выживание. Наверное, точно. Соответственно, когда оргкомитет фестиваля посчитает все результаты, пригласит всех участников на сцену. А что мне там тут? Все живы? Там две машинки. А, та не может, да, передвигаться? Ну, отец, Соня, подойдите к своим машинкам, а я уже подойду и спрошу. Гонки на выживание, когда они будут? А вот сколько? Прямо сейчас сразу, не сразу, пока ты сюда не крутишь. Давайте подключим. У меня машина есть, конечно. А что стоит? Она просто, да? А что? Я не спрашиваю. Рулевое. Вот в той машине, которая стоит, все тоже. Здесь колесо, там рулевое. За 20 минут, друзья. Ага. Можно убить, да. Ага. Хотя... Нет. 10 минут за 5, да, я это... Ну что ж, давайте так, по порядку и начнем. Нет, Денис, он тут шумно. 9 кругов. Это, ну, что ж, рулевой, да? Вот. Да. 9 кругов. Вот нет, это авто сейчас все. 14 кругов. Ну, он долго не заводился, да, по-моему? По машинам. Что ты? Машина. Колесо отвалилось на каком круге? 18. Ага. Ну все-таки, ну, да. Надо было, в принципе, без колеса. Ну, все-таки хорошо. Ну, я даже не знаю, что это спрашивать. Сколько? 29 да. Кругов вот красный автомобиль проехал, дорогие друзья. Черный с красными полосками. Парень досчитал, ходил, да, сколько он там, 65 сантиметров, 8700. А что это стало? А, аккумулятор сел? Сейчас пойдем, походим. Ну ничего страшного, следующий обязательно по 5, по 8. Ну и жёлтый автомобиль, он просто тоже, да? 25 кругов, хотя в принципе 24. Ну давай же приплюсуем, ну тут уже 25 кругов. 25 кругов. Ну что ж, дорогие друзья, тут уже бессменный лидер. А, 29. Второе место. 25 кругов. Ну, у него было 18 кругов, да? Без колеса. Без колеса. Человек занял третье место, дорогие друзья. Вот так вот оно бывает на самом деле. Что ж, дорогие организаторы клуба «Управляй мечтой», спасибо вам огромное за представленное шоу, так скажем. Вот так вот, отлично. Дорогие друзья, если вам интересно было вот это все действие, подходите сюда, вам, организаторы передадут все необходимые визитки, чтобы вы могли, если что, связаться, если вас такие виды гонок интересуют, приобрести себе такие.